В общем, пока Егорыч прикручивает вторую дверь водительскую, Паша попросил, если самому интересно, надо распаковать. Мешок с резинками, а то уже полгода лежит, и что там? Никто не знает. Уплотнительные двери. Как не пойму, не сюда. Чисто просто для интереса. А так ее. Это приклеили что ли? Не знаю, вообще не то. Не, написано резинки уплотнителя двери. Москвич 412. Не, я пошел вообще резинку для лобовых стекол смотреть. Сейчас приду. Thank you.
водитель багажника тебе принес. Его запаковали, вот весь интернет набит этим. Пал имитатор эти перевозят, смотри, пленка какая. Сейчас прикалывается, его тоже не день. Третий раз. Смотри, вот туда назад прикрутить надо. А где дырку даже поклевал? Типа за нее дергать. Это можно как ручку взять, да? В комплекте такой болт. Смотрите. И все. Резинок вообще нет. Ладно. В общем, пропала связь. И мегафон, и интернет пропал. У меня где-то какая-то после этого грома линия. Походе у них линия пропала. Короче, пизду. Вот так проходит регулировка с матом, с молотком, с киян. Чтоб не отвалилось, и хуй с ним. Паш, ты слышал, да, чтоб не отвалилось. Остальное заебет. Ну, смотри, что ты, смотри, вот. Провисшая. А? Провисает на видео.
замке подбирается. Я ее повыше не взял тогда. Не получится. А она не будет застёгнута, по-моему. Не, она сейчас такая... Она вот так потом. Ну это, блядь, не это она на петлю уже старая. Это, блядь, не я, она. Да нормально. А, это тоже нормально? Не регулируешь? Ведь ее еще даже не закрыла. А что ее, блядь, закрыла нахуй, она открываться не будет? Не, ну сделал, чтоб все равно. Че? А я ее не открою больше, ну. Почему? Потому что пиздец, блядь. Ну, блядь, корпус, ёптать. Так, создаем ручную работу кронштейна. Егора Перекур. Говорит, достал ручная работа. Не москвич, а Бентли какой-то. Видишь, даже сигарет не докурил. Заметил, что у тебя болгарка оранжевая, шуруповерт оранжевый. Что в гараже оранжевый. Не, ну, болгарка с шуруповерт не красит. Уже неизвестно, что перепели, все песни уже перепели. Нормально, это гоночный болид. Он должен быть разноцветным.
Получается отлично стоящий. Да, можно двери ставить. Самый
мы второй уже с дверьми точно не поднимем. Так что пора мотор закидывать. Пониже чуть-чуть. Ну, выше чуть-чуть. Повыше? Пониже, пониже. Вот все. Горки дышат. Я единственный потек нашел, который я сделал. И то не факт. Может быть и не я. Thank you.
Смотришь, оно из завода вот такое. А там не было грузчиков, да? Заглянем в отца, проверим вашу активность днем, но больше тебя видел. Вот я видел. Далее такое вредно любой жене мир кинул на левой, который трудится через мая. Еду за тобой и передай больше вред его своим друзьям. Скажи, тут глаз. Не переживайте, у кого игра не давилась, я сам стартал в области Максим. Закладаем, вот половицу. Это не права. Ой, хватит. Закрой. Все. Институт машиностроения. Сейчас закрой, подойду. Все нормально, забрал пол пальца. Смотри, цвет. Что ты что, это дверка какая? Что, закрутить ее и все? Эту? Да. Ну, по-другому руки.
Да, надо, кстати, какую-то дверь держать открытой. А то что зубовое стекло полезло будет. Да ладно, он статист на заднюю. А, тут подожди, тут же на эту он, понимаешь, и все. А может так и оставить на эту, нажал и открыл. Вот на эту видел? Смотри, какой прикол. Не знаю, да? А тут не так. Да. Вот так и оставить, что-то буквально там. Первого раза. Грязь какая-то или краска, там тут хуже закрывает. Ну ничего страшного. Не умнял там. Видел, какие тут подтеки на дверях? Профессиональные двери расставляют. Звонит.
Да. Он там находится, где не прибывает. Он сам занят. Сальди, да. Ну что там взялся? Рядом с апельсином там, где присмаки стоят. Вообще не видно. У папки они не чинят. Ну, справа, да, это все смотрит, справа. Да везде же. Где я? Вот. Ну, связь такая сегодня везде, после этого грома, везде связь пропала. Вот все мы установили. Я же на апельсин смотришь, справа находится. А это микрофон из телефон? Ну, а ты... А купил-то ты где, в мегафоне его? Телефон-то в мегафоне купил или где? Ну не знаю, Теле2 он этот. А он Теле2 через интернет же, да, работает? Да, 3G постоянно. А он и этот, он и в первой, и второй симке не работает. У тебя значит, телефон его не поддерживает. Я говорю, у тебя, значит, телефон не поддержит, он там через интернет звонит. Да. Да ты должен в том порту, куда сим-карта вставляется, там интернет должен. Ну, в общем, блин, это не ко мне, это не знаю. Это не в ремонте дело, они тебе не сделают ничего, ты телефон не поддерживает. Ну не знаю, да есть спросил. Тут хрен тебя спрашивают, Теле2 какой-то Форд второй, какой-то Андроид, которым 50 лет. Я-то тут при чем, у меня везде яблоко. Этот ограничитель там бы сделать. Ну, водительский его вообще нет. Не знаю, самый главный. Нет. Ну, а как так-то? Что у него сама? Или вот в этой стойке нет? Нет, стойки-то есть. Может, давай туда лучше прикрутим? А, подожди. Крути. Я, по-моему, знаю, где этот ограничитель этот.
Гор спрашивает, они нигде не валяются. Ну, его есть, одна у нас бракованная такая. Две не все, я посмотрел, в которых были. Не валяются. Кажется, там валяться что-то. Только знаешь, в чем прикол? Что ты? Почему? Знаешь, что она, по-моему, нужна? Она не с этой стороны нужна. Она, по-моему, нужна с той стороны. Ну, валял. Ну, может, валял. Как не ставится. Я просто как-то изнутри странно лежал. И тут изнутри горыш лежит. Нет. Там она ставлена, ее вообще не вытащит. А. Она между ними не вставляется. А. Просто сделали свое. Ну, надо было на всех так делать, чтобы не проебать. Ну да. Ну дверь сколько? Грамм 20 весит, наверное? Ну какой сколько? Меньше? Нет. Дай бог килограмм 7. Ну не 7, бля. Ведро-то 10-литровое. Я так легко держу, это я так легко не держу. Просто интересно, сколько получится общий вес машины. Ну да, интернета вообще нет, только связь появилась. Ну что, погнали? Наши городские. Где там твоя железка? Вот она, вот она. Я совсем похудел, штаны падают. Ну фиг знает, нифига она не 7. Я ее... Она больше 10 литров веса. Стой, куда? О, короче, все, понял. Вот, стоять. Вверх, вот, вот, вот. Вот так вот. На чего это упирается? Так.
Блин. Очень сильно вот так делали бы царапки. И тут, и тут. Надо было так максимум закрывать. Стас, в домике ребята жить будут. В каком? Дома. Бань. Сюда. Ну, он бытовку-то отдал. А-а-а. А жить теперь негде. На 66 пёхах вот эту штучку открутить, и там будет никель обычно дальше. Нет. Ну, на колесе. Чё, получается, оно, блин, 1000 лет не подкачивает колесо. С момента автоподкачки. Не то, что зазоришь, но включать весь ужин. А что тебе сделать? Ну, да, просто. И смотри, зато, блядь, он перпендикулярный, одинаковый, снизу, сверху. А там такой же, блядь. Не, ну тут если смотреть. Открываешь управление, может дверь сюда натолкать? Да нет, тут такой же. Да? Ну это... Сдержки механизма. Да. Технология. Она здесь нужна.
В смысле нахер? Я вообще примерял. Ну еще, блядь, ее даже не завели, тут примерять не надо. Так трубки-то от нее надо все растаскивать. Куда трубки-то? Пожаротушение. Уже пожаротушение. Сказали только. Вроде были сначала тормоза, бак. Ну, тормоза, бак и пожаротушение одни и те же трубки. Турпроизводство. А, ты дышаете? Карты регулируете? В общем, наверное... Да тут больше интересного ничего и нет. Да. Это особо тоже не интерес, ну просто, чтобы вам не спрашивали, о, откуда дверки? Сделал такое скучное видео, от которого можно уснуть. СБ его сначала до конца посмотрел, я точно уснул. Целый город будет карта ваша. Вырежу там что-нибудь. Не буду. Что вопрос не было, почему, откуда и куда. А у тебя магазин открыт? Да, магазина нет. Ой, магазин этот. Вот, вот. Да. Нет. Пошли откуда. Пойдемте стоим к Станиславу в гости. Что у него тут интересно? Вечер в хату. Да. Слушай, тут на видео ярче, чем я все глазами вижу. Хотел спросить, что это такое за потолок, а это трубы лежат. Блин, ты хоть проветривал бы, он тебя проматывает. Ну, в нем такой, как сказать, задохшийся этот. Задохшийся? Ну, просто прям... Спёртый воздух, да. Спёртый воздух. В общем, у Станислава это офис. Это у нее техническая зона. Захотите обзор Станислава офиса, мы уже знакомы, пишите в комментарии. Да. 1000 лайков, и мы сделаем полный обзор офиса. Он уже сделан. Да. Но я еще ничего не показал. Тут много интересного. Тут есть подпол. Там всем не рассказывает. Сокровенное вино, алкогольные напитки, тушеночка. Кстати, тушенку с этой в Беларуси заказали. Прям привезли свиную, правда, говяжью. Реально, такая вкусная. Ни жил, ничего нету. 140 рублей банка. Ну что, мне сегодня приятно жить будет? Не сегодня, завтра. К тебе, да, сюда? Да. Ну, дверки повесили. Я видео настолько скучное снял, что ужас. А, ты трубы сейчас только вешаешь? Да, боюсь, что просто порвется сейчас. Мне кажется, трост хороший такой. Это просто это проволока. А, проволока. Я тебе могу эту стяжку дать. Все шуруповерты на объекте. Могу. Гвоздями. Могу шуруповерт дать. Так и назовусь, Юрий. Вешаем двери в гостях у Стаса. Как? Че вешаем? Ну мы двери на москвич повесили. Потом а, увидел. На петли уже, да? А? На петли? Ну да, все. Егор там регулирует. Ну, а то по обувь. Зачем? Бабла пусть дает. Ну он это, люмишки пусть прикрутит сначала. А этот? А где они у тебя? Скоро разбирать придется. Не, а зачем его разбирать-то, двинь? А, двинь.
Да блин, ну стол не надо разбирать. Давай лучше диван какой-нибудь перетащим. Диван на стол, к примеру. Можно. Стол-то не трогай. Жизнь еще длинная, блин. Мало ли офис вот так запустишь. Все-таки. Уверенный взгляд монтажника. Это на самом деле ноу-хау, лайфхак, как хотите называть это. Подвесной потолок нового типа, трубчатый. Чтоб дома теплее было. Да, а через него будут этот, горячий воздух гоняться. Рекуперация воздуха. О-о-о. Грамотное завершение в данной серии. Ладно, Стас, хоть ты пока всем скажи, подписывайтесь на всем пока. Всем пока. Да.